Сурата! Почему ты не одета? Мне не во что переодеться. Я хотела вернуться сразу же. Надень не хотя бы это. Понятно. Значит, ты японская нянька мастера. Надеюсь, ты разрешишь мне остаться в твоей комнате, Сурата? Хорошо. Я посплю в столовой. Нет, ты будешь спать здесь со мной. С тобой? Хочу, чтобы ты рассказал, как здесь живет мастер. Будь осторожнее, Сурата. Если проживешь с ней достаточно долго, она погубит тебя.